всех на своем канале. Вот приехал на рыбалку сегодня. Это второй день у меня выезда по зимней рыбалке. Второе открытие, так называется. Приехал сегодня уже не на реку Иж, а на Каму. Посмотрите, сколько много народу. Видите, да? Вот. Сегодня акцент у меня на ловлю бирша. Выставил я, вот видите, да? Раз. Два. 3, 4, 5 поставушек. Вот. Но сегодня очень холодно, -25, и лунки застывают, приходится постоянно подходить и чистить лунки. Посверлил еще 2 лунки на судака. Буду еще, ну пока не клюет, буду еще поигрывать и пытаться поймать судака. Ну, все, давайте. Как говорится, не хвостанет шеи, будем рыбачить и получать удовольствие от сегодняшней рыбалки. Ну вот, первое бирюшко поймал, вот такого вот небольшого, клюнул, слабенько увидел и подтянул его, ну грамм 300, может 250, это такой вот, ну и что, приятно, все равно, ну ладно, рыбачим. Дальше ловим рядом товарищи, вон там тоже ловят. Только что поймал вот такого, но вот еще двух поймал, видите, да? Вот они еще один. И вот только что ловлю сейчас на игру, вот на эту удочку. Только так ловится пока, а те молчат. Ну вот решил, как бы буду играть, посмотрю, какие дальше будут поклевочки. Вообще супер, классно. Вообще я отдыхаю сегодня. Бирж клюет. Вообще супер. Ловлю дальше. Судачка, еще вот такого судака взял, прямо со дна взял, тоже на игру. Ну, супер, ребята, рыбалка. Так, вот еще один бирсик, только что вот поймал, ну вот троих поймал уже, одного судачка, пузырь вылез, и вот еще один такой бирсик. Ну вот небольшая кучка. Буквально за 15 минут. Вот это супер. Клюет, поклевки такие мощные, хорошие. А вот на стоячке все замерзает и пока не клюет. Но здесь пока супер, конечно. Все, пока с одной лунки ловлю. Рыбачу дальше. Камеру не ставлю, холодно, боюсь, что поклевки вам не показываю, только показываю результат. Thank you.
его. Только что вытащил. Смотрите, какой красавец. Пошли, классно. Небольшая красота. А покрышки пока идут. Где-то колокольчик сработал, но не вижу. Ну ладно, пока будем на этой. Вот, смотрите, ребята, какие. Пойду дальше. Этот бешек я покрупнее придавил, так придавил, прямо на дно отпустил и сразу придавил, и тяжело пошел. Ну, грамм, может, 400, где-то такой. Ну, вообще супер, конечно. Прямо придавил. Но есть, есть. Все пока ловит с одной лунки.
на автовуху. Пилушник где-то так вот. Вот такой вот. Супер, да? Супер. Вот сегодняшний мой улов, вот такой, 16 штук бершей и один судачок. Все супер. Ну, сейчас время 2 часа, решили еще прийти порыбачить, а потом уже будем заканчивать. Ну вот такой улочек. Большое открытие побершу у меня, чтобы состоялось. Супер, супер. Погода поменялась, стало холоднее и подул сильный ветер. Надо было собираться домой. Тут немножко порыбачил. Все, отлично. Красавцы.